Отопительный сезон проходит в штатном режиме. Тепло поступило во все жилые дома, и отапливаются они без сбоев. Ресурсоснабжающие организации отчитались о ходе отопительного сезона. В нормальном режиме работают как теплосети, так и котельные. Как бы каких-то больших вопросов нет. Все решается в рабочем порядке. Скажите, у вас есть резервные источники питания? Разумеется. Особое внимание на заседании штаба уделили подготовке управляющих компаний к предстоящим снегопадам. По управляющим организациям еще раз всех дворников привести в чувство, несмотря на то, что снег попадает в субботу, воскресенье, у вас мастерский состав. Состав дворников должен быть всегда в режиме боевой готовности. В целом, аварийных и внештатных ситуаций, которые могли бы повлиять на жизнедеятельность города, за прошедшую неделю не произошло. Было несколько отключений на электро- и теплосетях, но с ними справились быстро. И еще, на заседании штаба была озвучена информация для поставщиков кабельного телевидения. Необходимо произвести маркировку своего оборудования с указанием адреса компании и контактных телефонов. Это необходимо сделать для инвентаризации всех коммуникаций, которые есть в подъездах многоквартирных домов. Татьяна Балованева, Анжелика Боровинок. Наше время.